Всем привет, всем доброго дня. Салам алейку, мои дорогие друзья. Мы находимся у моей мамы дома, и сегодня к нам придут гости, особенные гости. Придут к нам тетя невестки, ее племянники и еще одна ее тетя, которая является еще невесткой наших родственников. Они привезут вещи невестки. У нас такие обычаи в Таджикистане, вот когда девушка выходит замуж, до дня ее свадьбы, и все ее вещи отвезут в дом жениха, и все там оставят. А потом после свадьбы она будет, конечно, пользоваться своими вещами. И мы накрыли вот такой красивый дастархан для них, потому что все-таки они гости особенные. Привезли ее подушки, матрасики. Вот так все это выглядит. Мама кидает конфетики сладкие. Это у нас тоже такое обычай, когда привезут вещи невестки, ну, конфетки кидают. И надо, чтобы детки были все это собирали потом. А тут ее вещи, конечно, ну вот как вы все видите, у меня мало времени было, чтобы снимать. И поэтому успела и снимала только вот столечко. Это ее подушки, ее одеяло, магазины и матрасики, курпача мы говорим еще. И ее сундук, мы не стали открывать ее сундук. И на следующее утро мама испекла вот такие лепешки на казане. Они получаются очень вкусными. До скорой встречи, дорогие друзья. Будем ждать свадьбу. Пока-пока.